Из Таиланда в Россию депортированы трое граждан Российской Федерации, в том числе лидер щелковской группировки Александр Матусов, известный в криминальном мире под прозвищем «Басмач». Об этом журналистам сообщил вице-консул посольства России в Таиланде Алексей Фалунин. Как сообщается, в аэропорту Бангкока прибывший туда в сопровождении тайских полицейских Матусов неожиданно лег на пол и заявил, что в Россию не поедет. Полицейским пришлось воспользоваться грузовой тележкой для багажа, на которую арестанта уложили, а затем отвезли к трапу самолета. Напомним, что Матусов был задержан за вождение скутера в нетрезвом виде, а после установления личности власти Таиланда приняли решение о передаче преступника России, где Матусова подозревают в причастности к резонансным преступлениям, в том числе и в нескольких убийствах.